Mm-hmm. Монгольский национальный лук, оно сделано чисто из кожи фарсуса. И один, одна вытяжка, она составляет где-то 20-30 килограммов. Уважаемые гости, дамы и господа, вы находитесь на площади стрельбы из лука. Это третий вид натовских спортивных игр. Именно кочевые племена, которые жили к югу от Байкала, впервые изобрели лук и стрелы. Впоследствии старшие орудия охоты, потом воин, а теперь в современной Монголии стрельба из лука является одним из ведущих видов спортивных состязаний. Как вы видите, мишенями служат небольшие кожаные цилиндры, которые набиты шерстью, ведь каждый элемент национального вида состязания в праздничные дни надома являются именно культурными наследиями, культурными ценностями, также и аутентичностью кочевого многонационального монгольского народа. Именно во время правления Чингисхана при создании Великой Монгольской империи в армию отбирались наилучшие меткие стрелки. От 3 лет монгольские Спасибо.